Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре под названием «Эй, это моя рыба!». Забавные пингвины ловко прыгают по льдинам с целью собрать как можно больше рыбы. Ну и, конечно же, помешать своим соперникам. Внутри коробки вас ждет обилие картонных льдинок и пластиковые фигурки пингвинов. Все льдинки тщательно перемешиваются и раскладываются на столе квадратом в 8 рядов. Важно, что количество льдинок в рядах разное. В каждом четном по 8, а в каждом нечетном по 7 штук. Как только квадрат выстроен, все льдинки переворачиваются лицевой стороной вверх. Теперь игроки выбирают цвет и забирают себе пингвинов. Их количество зависит от количества игроков. Начиная с младшего игрока, каждый из них ставит по одному своему пингвину на любую свободную льдинку на поле с одной рыбкой. Затем по второму, и так до тех пор, пока все не окажутся на поле. А вот теперь можно приступать к рыбной ловле. В свой ход игрок перемещает одного из своих пингвинов по игровому полю в любом направлении, но только по одной прямой. Пройти можно до 4 клеток, а льдинку, с которой пингвин начал движение, игрок забирает себе. Количество рыбок на ней – это количество победных очков. Таким образом, на поле образуются дырки, через которые не смогут пройти пингвины. Если пингвин все-таки решает двигаться в направлении дырки, он останавливается у ее края. То же самое происходит и если на пути пингвина оказывается другая фигурка. Пингвины друг через друга не перепрыгивают. Если в ваш ход вы больше не можете передвинуть ни одного пингвина, рыбалка для вас подошла к концу. Забирайте всех своих пингвинов вместе с льдинками, на которых они стояли, и ждите окончания партии. Игра закончится, как только из нее выйдет последний игрок. В этот момент все игроки раскладывают перед собой свой улов и подсчитывают количество рыбы. Кто больше наловил, тот и победил. «Эй, это моя рыба» — веселая игра, в которой вам предстоит тщательно прокладывать свой маршрут, чтобы наловить как можно больше рыбы. Можно играть мирно и дружелюбно, а можно специально создавать преграды для своих соперников, чтобы таким образом вывести их из игры.